Сначала сегодня мы будем рассматривать здание и платформу. Вот здание, место ожидания. И он ставится сюда. А вот тут у нас как это сарай. Сарай. Который мы прикрутили винтами. У нас еще тут есть две платформы с колесиками, которые надо было приклеить. Тут есть спуск. А если все это снять, то это два разных спуска собрано. Скоро вы увидите тут переходный мост через несколько дней. И сейчас мы начинаем рассмотр движения. У тебя же первые два вагона товарные, а третий пассажирский. Наверное, надо было, чтобы третий стал ровно напротив платформы. Тебе надо в голову что-то. Что? Что в голову? Это слипер. В нем спят. Так. Вот это коуч. В нем сидят. А вот это лаунж. В нем лаунж. Просто вот это самый дорогой вагон. Это почему в нем так много вагон. Хорошо. А это не значит, что этот вагон должен останавливаться напротив платформы? Почему? Чтобы людям было удобнее входить и выходить. То есть ты еще... Ну вот этим людям тоже надо, чтобы было удобно входить и выходить? Ага. Первый вагон. Машинист был пьян и проскочил платформу. Да. Машинист — это вот такая вот коробочка, какая-то power pack или не трек. Такими вот... Ладно! Запомните, где он проходит. Он проходит прямо посередине станции. Как вы видите, он всегда проходит прямо посередине станции. Ну тогда вопрос просто знаю. Зачем нужны вот эти пути? Осеять вы увидите. Хотел выгрузить пассажиров. А теперь смотрите секрет. Вот тут. Я показываю, показываю. Такой же есть тут. А если оба вы хотите? Так ты же не показываешь, что происходит. Ты щелкаешь, щелкаешь, и непонятно, что происходит. Я хочу, чтобы ты тут показал, посмотрел. Я смотрю. Ты покажи, как это будет отражаться на движении поезда. То есть это будет отражаться на движении поезда. Скажите, так. Скоро хочет Вы видите, что он прошел посередине. А ты еще ничего не рассказал про почтовый вагон новогодний?
И про трамвайную линию ничего не рассказал. А потому что пути поменялись, то значит вот тут нет статического электрического. А что означает? Что паровоз будет ехать с этой. А почему здесь статическое электричество? Ну, там просто электричество нет. Убираем электрическую железку, чиним трамвайную линию. У меня тут случайно трамвайная линия получилась. У меня оставалось несколько запасных кусков. О, вот еще один, который я могу добавить. И рельс. Что я решила с ними сделать? Я решила сделать проходящую трамвайную линию. А что есть проходящую? Ну, которая рядом с ней. Вот так. Идет трамвайная линия. Тут надо поставить такую штучку. А провода не должны идти над трамвайной линией? Они у тебя идут рядом с трамвайной линией. Это новое изобретение. Там есть камера, которая смотрит, где линия. Как я могу сделать бот? Я могу, конечно, попробовать это убрать и ставить это вот сюда. Во, так гораздо более реалистично. Ну вот, теперь вы знаете. А если близко посмотрите, почему я это убрал, она не ровная, она изогнутая. Вот видите? Видим, видим. Я могу... Ну, мы уже поняли, что она изогнутая. Вот. Вот это помогает ставить паровозы на рельсы. Вы просто ставите что-то сюда, и оно съехает вниз. Да, должно быть. Все, сегодня вы увидите наш самый новый новогодний паровоз. А что у тебя елка лежит на полу, которую мы сделали? А, да, и вот елка, которую мы сделали. О, самая новогодняя елка. Давай ближе подведем. Это почтовый, ой, вагон Деда Мороза 2015 года. Я даже его крупным планом показал. Что, починка трамвайных путей? Медведь, еще что-нибудь будем показывать? Мы можем рассказать про вагоны. Вот. Так вот, вы увидели, что почтовый вагон. Вот это лаунж, что означает, он разносит коктейли. Вагон-ресторан, что ли? Ну, примерно как круизный корабль, без бассейна и таких вещей. А вообще бассейна нету? Потому что на паровозах, когда мы пили, бассейн. Можно сделать большой. Можно! Так. Следующий паровоз, в нем сидят. Вагон или паровоз? Вагон. Ой, не, что-то. Сколько... Что тут случилось? Об этом лежат и спят вот так. Действительно спят. А потом так раз и проснулись. И, конечно, паровоз Антраповский 160. Между прочим, я могу видеть вот это. Что, подожди, ты махаешь, непонятно, что ты показываешь. Это бампер. Они что, бампер снимаются? Я не смогу его поставить в первый день.
вы можете заглянуть, если хотите. Так аккуратно держи, чтобы не тряслось. Секундочку, трудно сфокусироваться на таком маленьком. О, сейчас получилось. Так, ну мы, в принципе, поняли. Зрители уже хорошо ознакомились с твоей дорогой. Все, пожелаем зрителям хорошего Нового года. До свидания. Как, медвежий, как можно сказать «до свидания», отвернувшись? Надо что-нибудь пожелать в камеру. Азя. Хорошего Нового года!